общем, выдалось предложение такое, поступило вон на том маленьком катике, пойти выйти в море, покрутиться, проверить двигатели за компанией. Вот, завели оба двигателя, немножко правый дымит, конечно, левый, странно тут трубы, но тоже немножко с дымом, но работает. Горячую воду брызгает прямо сюда, блин, ну вот как-то это интересно, без загиба. Ну а что, друзья, в этой смешной шапке, просто я думал, там вдруг солнце, козырька нету на лодке. Короче, так и не вышли, что-то там движки слабые, швартовый начал цеплять лодку куда-то, в борт тащит нырик. Решил, что too much wind и не хватает power. Ну, выйдем, когда не будет винда, посмотрим, что там пора. Так, струя от моторов нормальная, два мотора, катамаран. Ну, не знаю, я на катамаранах не ходил. В общем, его начало чуть-чуть разворачивать, и что-то моторами на старте не удалось вырулить. Бросили мы это занятие. Вот, пошел на свою лодку, дальше фигней страдать. Всем привет, с вами был капитан Змей. Тяжела и неказиста жизнь сейлора. Пейнтиста. Альпиниста. Еще альпиниста, да. Вот. Делаем такую вот палубу, куберту себе на лодке. Ну не себе, ну можно сказать себе, Димону, который нам рыбу добывает. Вот одна палуба уже готова. А это палуба. Вот. Делаем такой выравнивающий слой, чтобы она поровнее легла без волн. И потом будем наклеивать. Ну вот, мы вышли на катамаранчике. Это немножко другое, чем на лодке. Все так гладенько, ровненько. Совсем другие ощущения. У нас главный капитан, сеньор Нырик. Кто? Профессиональный капитан из Радгарок. Хорошая лодка, ёбать. Ну да, такая большая. Места много. Здесь вот так вот много места. Вот и все, два рычага, кресло. Мы идем в море, хозяин. Тут отличная столовая. Можно сидеть, работать, компьютеры. Кухня такая немаленькая. Здесь даже стиральная машина стоит. Такой тяжелый катамаран. Вон там один отсек. Спальный большой. Но они все соединены тут, да? Вот здесь это карта островов. Здесь такой маленький. А, нет, это еще один отсек. Тут два отсека. Капитанский. Ну тут вообще место. Он хоть такой старинный капитан, катамаран, вот тут туалеты, аж две штуки у него. Ну такой вот катамаран. Ну в общем, что-то у нас потух один, да? Ну как там тут парус? Парус обратно? Ну давай парус, посмотрим. В общем, мы открыли парус. Ну еще под мотором. Один мотор у нас не работает. А, нет, работает, но... Да. Тут даже есть автопилот. Это скорость показывает, что там? А, нет, глубину уже. Скорость там, где... А, наставишь себе ты. Ну, тут есть автопилот. Дистанция. Все, парус собрали, походили туда-сюда. Я говорю, парус собрали, идем обратно. Great, great. Yes. I'm professional. Говорит, хорошая работа. Здесь он все оторвано, но это лампочки. 6 метров. Потихоньку заходим, ветра немного, думаю, не должно быть больших проблем. Мотоциклисты поехали кататься в океан. Лодки, похожие на стальные, стоят рядом с мятыми бортами, но целыми. И мы на такой бандуре сейчас идем
Вон, друзья, серфборды везут куда-то. Ну что ж, катамаран, походу, рулится вполне себе. Рулится такой, очень рулявый. Вот он тут заходит хитро. Вон, нам надо вон в ту ячеечку встать. Вообще не знаю, зачем нам в ту. Можно было бы на пустую встать, чтобы не ютиться. Ну ладно.